Цветущие, благоухающие и с колючками. Вьющиеся, комнатные и уличные цветочный рай разместили участники 5-го Всероссийского фестиваля цветов в городском театре. Приезжают участники, любители цветов, не только с нашего Краснодарского края, а вообще, в принципе, со всей России. У нас представлено много городов. Мурманск, Курск, ну, помимо Краснодара, Славянск на Кубани, Новороссийск. У нас было представлено 10 номинаций. 3 места у нас «Лучшая фиалка», 3 места «Стрептокарпусы», 3 места «Комнатное растение» и самый главный победитель – это «Best in Show». Особенность юбилейной выставки-ярмарки – уникальные новые сорта растений. Селекционеры-флористы годами работают над созданием редких видов цветов. 18 лет работы с фиалками, 8 лет опыта селекционера принесли Татьяне Пугачевой победу на фестивале. Первое место за уникальный вид – фиалку «Аделина». Не всегда они получаются то, что желаешь, но тем не менее, нужно же как-то предполагать, правда? Решили опыление. Все зависит еще от того, сколько будет зреть коробочка. Иногда она зреет 4 месяца, иногда 9. От 1 до 5% успеха и вероятности вывести новый сорт цветка. Ради таких результатов флористы трудятся годами. Махровая, обильно цветущая и обязательно с зеленой каймой на соцветиях. Такой вид запланировала и вывела коллега Татьяны Наталья Скорнякова. Ее фиалка «Свадебное путешествие» на почетном 3-м месте фестиваля. Я думаю, что хочется получить, анализирую, что есть уже на рынке, что было бы интересно. Подбираются пары. Название новых цветов фиалок под стать цветам. Нежные, редкие, воздушные. На фестивале узамбарские фиалки, стриптокарпусы, глоксинии, эсхинантусы, бегонии, фикусы, гибискусы, хои, бальзамины и фуксии, капризные орхидеи, папоротники, ампельные и экзотические растения. Сортовые садовые редкости и уличные кустарники. Бразильские представители экзотики вполне могли бы украсить клумбы курортной Анапы. Это диплодения мандевилла, родина Южной Америки или Бразилия. Здесь нуждается в заносении домой все лето цветение. Цветок, который держит сам цветок 2-3 недели. Растение шикарное. Каждый новый сорт уже ценится по-другому. И каждый новый сорт – это новинка, интересна для себя. Минимальная температура 15 градусов тепла для него был. И чтобы не было застоя от холода именно у корней. Не любит холод у корней и не любит сильного залива. Особенно зимой растение должно находиться как бы немножко в сухом состоянии. Еще одна иностранная гостья – бугенвиллия, тоже теплолюбива и по-южному нарядна. Вполне прижилась бы на городских клумбах или украсила дворы анапчан. Нереально красивые и нереальные цветы из полимерной глины. Прожилки лепестков от рук мастера и здесь же на фестивале дают мастер-класс. Пальчиком можно открыть глину. И вот эти прижили вправо. Бутон розы составляет из 7-9 лепестков и уже из роз создают букеты, шедевры скраббукинга, украшения для интерьера, бижутерию и аксессуары для волос. Цветочные фантазии флористов из всей России – результат опыта мастеров, целеустремленности и таланта. Воздушные соцветия – чистейшие пробы, результат огромного труда и терпения, оставшихся за пределами выставки.